Всем привет! Не обращайте, если вдруг вам слышно булькающие звуки, у меня готовится еще плов за спиной. Но речь не о нем. Рассказать я хочу вам о такой вещи, как вот такой вот маленький пауэрбэнк. Он новый, поэтому крышка еще не стоит и не стоят элементы питания. Вот, пауэрбэнк был куплен в магазине радиодеталей за 170 рублей сама вот эта коробочка. Ну давайте посмотрим, что внутри. Внутри маленькая платка и вот контакты. Платка достаточно легко извлекается из корпуса. Представляет из себя вот USB разъем, два контакта плюс и минус. Вот здесь вот маленькие светодиодики, индикации в SMD исполнении. С этой стороны мини-USB или как микро-USB разъем. И дроссель, микросхема, давайте я вам даже название скажу, вдруг кому интересно из радиолюбителей. FM9833E и пару конденсаторов и какой-то резистор в SMD исполнении. Итак, сам Powerbank предназначен для установки в него элементов 18650. У меня вот два китайских есть, черных, незащищенных. Ну вот они сюда и будут применяться. Я их зарядил. Причем, как мы видим, подключаются эти элементы параллельно. То есть можно даже один элемент поставить и должен работать. Ну что ж, давайте попробуем собрать всю эту конструкцию и проверить ее работоспособность. Итак, устанавливаем элементы питания. Загорелся синий индикатор, мы поставим 2. Сейчас пружиночку немножко поправлю, выскакивает. Ну, простенькая конструкция, что мы хотим. И ставлю 2. Ой, выскакивает. Секунду. Так, выскочила пружинка, потому что как-то сделано кривовато. Не пойму я, почему так. Сейчас мы ее подправим немножко. Сильно перегнули. Ну, 170 рублей, что мы хотим. Вот. Все. Немножко сильный был изгиб. Фокус не попадает вот в это месте у пружинок. Итак, ставим. Загорелся снова индикатор. Да что такое опять выскакивает? Ставим 2 элемент. И опять выскакивает. Да елки-палки. Ну сейчас еще буду раз переделывать. Блин. Ну вот, поставил. Сначала лучше ставить вот этот справа элемент, потом слева. Тогда не вылетает. Вот. И закрываем. Так, как я понимаю, крышку надо вот так поставить. Так. Ага. Нет, не угадал. Видимо, наоборот. Так. Так, что-то у меня тоже не закрывается. Да елки-палки. Не соображу. Сейчас разберемся. Все, разобрался. Вот этим выступом вверх, чтобы поджимала плату, как я и думал. Просто когда ставил элементы, немножко у меня эта плата сместилась. Ну, 170 рублей, что мы хотим. Вот. Закрываем. Закрываем. Плохо закрывается, если честно. Все, закрылось. Попробовать надо что-нибудь зарядить им теперь. Немножко, да, фокусировка уходит. Вот. Сейчас принесу телефон и попробуем работоспособность, в общем, этого устройства. Итак, принес я свой старенький, потрепанный жизнью телефон. Проводочек USB взял. Давайте попробуем подключить, пойдет ли зарядка. Так, USB разъемчик, подключаем. Ага, зарядное устройство подключено. Батареечка побежала. Так, индикация есть какая-нибудь? О, индикация с обратной стороны получается, светится у нас. Да, хотелось бы, конечно, чтобы с этой стороны было, со стороны надписи, а не со стороны крышки. Ну ладно, работает. Факт в том, что работает, зарядка идет. Зарядочка идет. Тут, конечно, плохо видно, но он индикатор
бегает. Так, теперь меня интересует другой вопрос. Как он заряжается? Какая индикация зарядки есть? Потому что там два светодиода было. Возможно, будет гореть красным каким-нибудь, я так думаю, если логически подумать. Вот у меня есть зарядка. Попробуем подключить. Разъем микро-USB. Подключаем. И да, мигает красным, что идет зарядка. Ну, в принципе, устройство работоспособно. А покупал, в принципе, для чего? Не знаю, насколько хватит, но я заказывал с Китая, с Алиэкспресса, велопосылку большую. Велофара там, велосумка, велостопарик, велозвонок. Но уже в течение 4 месяцев она мне не дошла. Я уже вернул деньги. Вот. Собирался заснять все это комплексно, протестировать на этом пауэрбэнке велофару. Но, к сожалению, посылка мне не пришла, деньги вернули мне. Заказал по новому велофару. Будем ждать. Также заказал велокомпьютер, спидометр. Вот. Ну, можно, в принципе, во время видеосъема где-то на копе, при каких-то покатушках, заряжать видеокамеру мою Action SJ4000. Вот. Посмотрим, поиспытываем. Ну, что хочется еще сказать. Цена, получается, этого пауэрбэнка, сам он 170 рублей стоит, и по 100 рублей вот эти аккумуляторы я брал, итого... Что у нас получается? 370 рублей. Вот. В принципе, бюджетно, но надеюсь, будет работать. Как долго, как качественно, конечно, покажет уже практика. Ну, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.